Друзья, приветствую всех у себя на канале. И сегодня предложу вам приготовить первоклассную закуску из баклажана. Поехали. Первым делом распалим костер. В казан добавим 2 литра воды и доведем до кипения. А тем временем баклажаны нарежем на небольшие кубики. Проверим воду, она еще не готова. А теперь то, что нужно. Забрасываем баклажаны. Варить мы их будем 5 минут. А пока нарежем луковицу на тонкие полукольца и 4 зубчика чеснока мелко. Лук с чесноком убираем в сторону, они нам пока не нужны. Пять минут пролетело быстро. Достаем баклажаны и ждем, как они остынут. А пока соломкой натрем 2 небольшие морковки. Пришло время сделать наш маринад. 1 столовая ложка сахара, 1 столовая ложка соли. Все это поместили в отдельную емкость. К ним добавили 0,5 чайной ложки черного перца, а также 50 мл растительного масла и 3 столовые ложки 9% уксуса. И тщательно все перемешали. А также в маринад добавили наш мелко нарезанный чеснок и опять все перемешали. А куда без зелени? Мелко нарежем небольшой пучок петрушки. Пришло время все соединять. Первым идет лук, за ним идет морковь, следом зелень. И самое главное, это наш маринад, после которого все тщательно нужно перемешать. Блюдо можно есть уже через час, но я советую набраться терпения, подождать сутки. И тогда оно полностью вам откроется. А спустя ночь получили вот такие вот грибочки. Слушайте, отличный закусон. Друзья, ну если понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал Ароматы Казана. Всем любви, здоровья и до новых встреч.